Приветствую вас. Знаете, на самом деле, я из вашего текста что-то как-то не очень понял, из-за чего, собственно, ссоры у вас, произошли, из-за чего у вас ссоры начались, вот, что-то как-то не очень понял, если честно, этот момент. Вот, да, потому что, ну, вроде бы вы что-то такое описали, то есть вроде бы вы что-то такое вот сказали, да, вроде бы, а в то же время и нет. То есть вроде как ссора произошла, а из-за чего ссора... вообще непонятно. По крайней мере, я этого вот, ну, не понял. Я не понял, из-за чего у вас произошла ссора и, собственно говоря, значит, ну, конфликт. Вот. Так что мне кажется, что вам в этом направлении, ну, желательно бы как-то раскрыть более подробно то, что происходит с вами. Вот. Почему мужчина решил, что вы хотите, ну, что вы с ним только ради, там, секса и прочее, откуда у него эта идея, вот, то есть я, честно говоря, не очень это понял, вот, вполне вероятно, мне так вот показалось, что мужчина просто сам испугался своих чувств, мужчина испугался своих признаний вам, вот, и, соответственно, решил просто на вас как-то вот перенести, не знаю, ответственность за вот то, что, ну, за то, что случилось, да, то есть за его, по сути, страхи какие-то. Вот. Мне видится история, ну, такой. Вот. Я могу ошибаться, вот, конечно же. Но мне кажется, что так. Вот. Поэтому такая примерная история и такой примерно вам можно дать ответ на вопрос. Вот. Которые вы задаете, соответственно. Значит, что делать, чтобы его не оттолкнуть? Ну, во-первых, первое, наверное, что нужно, это вообще понять, что он для вас значит. То есть вы пишете такие характерные вещи, как робкие поцелуи и так далее. Я бы очень хотел, чтобы вы раскрыли этот момент.
чтобы вы раскрыли этот момент, почему у нее, у него, значит, такое влияние на вас. Из-за чего? Это, на мой взгляд, это очень, ну, очень важная история, вот. Так что, такой вот момент, я думаю, так вам можно ответить на вопрос, на ваш, который вы задаете. Значит, и дальше, ну, наверное, не стоит пытаться как-то вот человека давить сейчас, дать ему время, вот. То есть, ну, действительно, дайте ему время подумать, дайте ему время обо всем подумать, вот, и, возможно, это поможет ему самому понять, чего он хочет, вот. Вот, в принципе, такой ответ, я думаю, вам можно дать. Ну, а что касается вас и ваших переживаний, то я, конечно, понимаю, допустим, что вы переживаете, но мне кажется, что ваши переживания берут начало именно из того, что вы в отношениях как бы чувствуете себя слишком по-другому. Вот. То есть вы в отношениях чувствуете себя вот совсем по-другому, нежели чем без отношений. Вот. Так что такая вот история, такой момент. И если вам это, допустим, помогло, то вы можете сделать мой ответ лучшим. Я буду вам за это благодарен, за оценку моего ответа в качестве лучшего. Вот, ну и надеюсь, конечно, что ваша... что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом, что вы найдете решение, что вы не разругаетесь с человеком окончательно, что вы все-таки пытаетесь сохранить отношения. Вот, но конфликт, ну, образно говоря, если вы не найдете причину конфликта между вами, вот, то ситуация будет складываться крайне негативно. Ну, для вас. Потому что даже если вы будете вместе,
даже если вы сможете свои отношения, например, удержать, да, то все равно проблемы дадут о себе знать, к сожалению. Вот. Это неприятно, но это так. Вот. Поэтому дайте ему время, немного. Дайте себе время, вот. Используйте это время для, ну, может быть, для более полного, лучшего изучения себя, своих реакций, вот. И когда и если мужчина появится в вашей жизни, я уверен, что он появится в вашей жизни, вот. Когда он это сделает, чтобы вы были готовы и знали, что делать дальше вам, вот и весь, собственно, секрет, вот. Такая вот история. На этом все. Еще раз. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого лучшего. Я надеюсь, что ситуация у вас образуется. Вот. И надеюсь, что вы найдете выход из данного положение. Всего вам самого доброго.